Как часто в самую жару, в летний полдень, мне хочется остановиться среди поля, у реки, закрыть глаза и мысленно перенестись именно сюда, но только в детство. Городская земля, Калининский район, река Шостка, приток реки Тьмы, петляет среди песчаных берегов и, кажется, вот-вот завяжется в узелок на память. Деревни вдоль этих рек, словно крупные ягоды на ветке. Стружня, Стренево, Князево, Ивановская, Харитонова, Малый хутор. Основателя музея Сергея Яковлевича Лемешева в Князеве Виктора Дмитриевича Васильева. От Васильева я и получил первые биографические сведения о Квашнине, а также в подарок трехтомник его сочинений. И вот при чтении стихов, которым был посвящен отдельный томик, и прозвучал первый звоночек, ставший началом сегодняшнего действия. Дело в том, что над одним стихотворением было этот заголовок для хора. Ну, как я должен был это воспринять? Я словно бы услышал голос через столетия Квашнина, который ко мне обратился: «Земляк, ты ведь поешь в хоре и пишешь для хора. Может быть, что-то и на мои стихи попробуешь написать? Да вот хоть на эти. Какая ночь, какой простор, как тихо дремлет темный бор». Я написал, и вы только что его услышали. Так постепенно родилось наше хоровое действо «Соловьиное эхо». Помнишь старый таинственный сад и весенние яркие тени, как свиданию с тобою безумно был рад, там, где царство лиловой сирени. Помнишь, легкий испуг и нечаянный крик чуть не выдал свидание в аллее. Как любил я тогда в этот сладостный миг, как хотелось открыться смелее. Но не мог любви мою тайну открыть, молча встал пред тобой на колени и старался смущение первое скрыть под цветами лиловой сирени. Эту тайну храню, как сокровище дней, дней далекого юного лета. Лишь сирене сказал, и одной только ей, оставаясь в тени, без ответа.
большую, краснорыжую рябую. Нет, да мне ты, только прыгни без куста. Я матрёша неспроста. А тебе все в рассыпную крестознамение кладут. Раз, два, да мне ты, крестознамение кладут. От чумного в дом бегут, шерти всех бежит матрёха прямо в угол телегона. Неизвестными. И нам пришла счастливая мысль, а что если сделать запрос в бывшую Академию художеств? Туда, где когда-то учился наш герой. Ответ был положительным, но ждать документов пришлось больше месяца. То ли сотрудники ушли все в летний отпуск, то ли документальные свидетельства лежали в долгих ящиках. И вот, наконец, документы из личного дела у нас. Вот наиболее яркие моменты в череде свидетельств. Николай Александрович Квашнин родился в Твери в 1770 году, 22 мая по старому стилю, в семье надворного советника Александра Николаевича Квашнина. Кстати, именно тогда, в середине мая в 19 году, и началась наша история, наш поиск. Крещен младенец именем Николай в Сретенской церкви 26 мая. Сретенская церковь сейчас в Твери не существует, на ее месте построена 12-я гимназия и торговый дом Сретенка. Именно там находилась Сретенская церковь. Известно также, что сначала Николай Квашнин учился в Тверском реальном училище, а в 1791 году в городе Орле. Вот сейчас на экране вы видите самое раннее сохранившееся фото нашего героя. Это, можно сказать, наше открытие до сего дня, но нигде не было опубликовано. Мы обнаружили его в личном деле. А вот фрагмент из характеристики директора Александровского Орловского реального училища. Николай Квашнин из дворян, средства для жизни имеет достаточные. В Орловском училище обучался только один год. Заявил себе как юноша трудолюбивый, скромный и вообще симпатичный. В рисовании обнаружил талантливость. Видимо, такая оценка воодушевила Коль поступать в Академию художеств в Санкт-Петербург. И вот оно. Прошение дворянина Квашнина в канцелярию Императорской Академии Художеств. Желаю поступить в число академистов по архитектурному искусству. Сейчас студенты, а тогда академисты. Так произошел постепенный переход от рисования к черчению. Ну, понятно, что личное дело, а во многом это канцелярский документ, перечень учебных дисциплин. В основном точные, а также курс композиции, скульптуры, истории искусств. Как жаль, что до нас не дошли письма или дневник, в котором бы жизнь студента Квашнина повернулась для нас своей житейской, подробной стороной. Дочерью подворного советника Евгенией Николаевной Карташовой.
Ну а когда человек начинает писать стихи? Чаще всего ведь в переходный период, когда внутри во всем бушует природа, и хочется нравиться он той девчонке, а она смотрит совсем по-другому. Неразделенная любовь, а печальная. Стихи как приходят, так и уходят. А дальше? Дальше все сложнее. Разлука, одиночество, ностальгия по родным местам, жажда встречи с любимой. Так возникают строчки, которые будет помнить кто-то единственный. В который раз среди красоты во мне рождаются мечты о том, где я когда-то жил, с людьми, которых полюбил, о тех брегах бесшумных вод, где домик есть и огород, и где в сирене соловей не ведал сна среди ночей, где блеск луны в воде играл и боязливо освещал кусты над тихой рекой и лес, заснувший под горой. Там все сливается в тумане, как звуки, стройные в органе, не слышно шума городов и нет искусственных садов, а просто все неприхотливо и так естественно красиво. Прошли и пролетели годы ученичества. И вот определение Императорской академии искусств от 2 ноября 1797 года. Удостоить М.А. Квашнина звание художника-архитектора правом на чин 10 класса, как у нашего Александра Сергеевича Пушкина после окончания лицея, и правом ношения серебряного академического знака при поступлении на государственную службу предоставлением производить постройки. Ну, а дальше, как там у поэта? Дальше была Москва. Москва, как много в этом звуке для сердца русского слилось, как много в нем отозвалось. Но большой город — это сгусток энергии и страстей, как войти и принять новую жизнь при условии, что Москва никогда слезам не верила. Злобе людской, души мятежные, Богом созданные, ищут покоя от жизни земной. Друг мой, я слышу гармонию неба, звуки спокойно и стройно плывут. Люди не слышат заботы о хлебе, с воплем, рыданием в злобе живут. Друг мой, я чувствую небо влияние, звезды зовут в бесконечный простор. Здесь на земле наш удел лишь страдания. Вечный, безжалостный, злобный раздор. Поплыла, и дождем залила, тоже
началась буквально в смысле вокзальная жизнь. Квашнин участвует в проектировании Павелецкого и Казанского вокзалов, мостов, Московской окружной железной дороги, здания Московской государственной думы. Приходилось вертеться, как белка в колесе, а колеса-то железные. Была нужда, отдушина, своя, как говорится, среда. И в 1909 году он становится участником знаменитой на всю столицу среды Владимира Шмаровина. К этому времени в среде, как товариществу творческих людей, исполнилось уже 23 года. В разное время ее посещали знаменитые люди. Художники – Левитан, Суриков, поэты – Брюсов, Волошин, Бальмонт, музыканты – Шаляпин, Рахманинов, бытописатель московской жизни Гелеровский и многие-многие другие. Собирались по средам. Начинали с бубна, который потом передавали по кругу. А в тот год Россия отмечала 110 лет со дня рождения Пушкина. Участники среды вспоминали поэта каждый на свой лад. И у Квашнина тут особая статья. Ведь согласно преданию, род Квашниных Самариных пересекался по временам с пушкинским родовым трио. Николай Александрович в своих экспромтах явно подражает Александру Сергеевичу. Ну, судите сами. У Пушкина, помните, знаменитое? «Бог помощь вам, друзья мои, в заботах жизни, царской службы, и на пирах разгульной дружбы, и в сладких таинствах любви. Бог помощь вам, друзья мои». А Николай Александрович в своем экспромте восклицает: «Бог помощь вам, друзья среды, в заботах дня и в тяжкой службе, для жизни принося плоды, мы принесли плоды и в дружбе. Бог в помощь вам, друзья среды!» Бог в помощь вам, друзья среды, в заботах дня и в тяжкой службе, для жизни принося плоды, мы принесем плоды. Зашумела вновь среда, ни почем ей беда. Здесь живут в ладу с Китаем, мирно все сидят за чаем. Тут рисуют и поют, бубен разом сильно бьют. И стихами то здесь блещут, и за рифму рукоплещут. Много дам здесь и девиц, 40 членов, 40 лиц. За столом рядок и кровен, заседает сам Шмаровин. Oh!
день прощального мальчишника перед свадьбой поэта. А в этом году Александру Сергеевичу уже исполнилось бы 222 года. Шло время, и однажды вместо бубна в воздухе зазвучал набат. Началась Первая мировая война, а потом и революция.
кротостью своей лаская, мне не даешь обрыв крутой. Из грозных скал, омытых морем, твой ряд полей, лесов, покосов, милее вычурных утесов, покрытых роскошью дворцов. Среди причудливых садов тебя безмолвно успеваю, когда подолгу злой судьбы едва на поезд поспеваю для разных прихотей Москвы. В конце 1918 года Квашнин вместе с семьей уезжает из Москвы. Теперь он окончательно обосновался в местечке Столопово на левом берегу речки Шостки. Тут он строит свою усадьбу, называет ее Малым хутором. Вот на этом фото вы видите как раз то место, где стояла усадьба. Тогда Николаю Александровичу было уже 48 лет. Среднего роста, подстриженный бобриком, с бородой клинышкой. Острый взгляд архитектора. Он всем своим видом напоминал чеховского интеллигента. Был общителен и весел, обладал разными дарованиями, хорошо рисовал, отменно играл на рояле, гитаре, скрипке, сочинял музыку и стихи. Все тебя напоминает, беседка на лугу цветы, было ярко воскресает, и голос слышится. Где ты? Оставь меня, не мучь, довольно, я нахожусь в больном бреду, но ты зовешь, и я невольно под тень берез опять иду. Там на хуторе при поддержке самого наркома образования продолжает работать созданная ранее ремесленная школа для деревенской молодежи. В школе учили не только грамоте, но и ремеслу. Ученики делали красивую в русском стиле мебель. Школа славилась своими изделиями, получала призы на выставках. Учили ремеслу мастера из крестьян. Квашнин организовал при школе театрально-музыкальный кружок, в котором ставились и его собственные пьесы. Однажды он случайно услышал дивный голос. Какой-то деревенский мальчик плыл в лодке по реке и пел русскую песню. Они познакомились, мальчика звали Сережа. Так неожиданно, почти сказочно, началась музыкальная история будущего великого певца. Надо сказать, что жена Квашнина, Евгения Николаевна, окончила в свое время Саратовскую консерваторию по классу пения. Чудо, да и только. Юноша с головой окунулся в неведомый волшебный мир музыки. Уроки пения, чтение книг из богатой квашнинской библиотеки, занятия итальянским языком, роли в школьном театре. Но главное – этот соловьиный голос. Сережа на всю жизнь запомнил слова Квашнина, когда после одной из удачных репетиций он во всеуслышание сказал: «А не кажется ли вам, что этому мальчику надо серьезно заняться пением, чтобы стать оперным певцом?» Как вы понимаете, профессия певца считалась в деревне недостойной мужчины, поэтому Квашниным немало усилий пришлось приложить, чтобы убедить мать Лемешева в необходимости развития таланта ее сына. Позже в своих мемуарах Сергей Яковлевич напишет: «Когда я попал в Московскую консерваторию, то ощутил там что-то родственное тому, что было на Малом хуторе. Глубокую благодарность моим дорогим учителям и воспитателям Николаю Александровичу и Евгению Николаевне Квашнины я до сих пор храню в своем сердце». Вот и думай, каким образом случилось это волшебство. То ли звезды сошлись, то ли дар предчувствия наставника, то ли соловьиные эти места способствовали рождению певца. Мне кажется, это была не сумма обстоятельств, а их произведения. Талант, учитель,
родной простор. Thank you.
Май был в самом разгаре. Мы шли на Малый хутор. Нас вел знаток творчества Тверского соловья Виктор Дмитриевич Васильев. Шумел ветер, журчала река, пели какие-то птицы, очень похожие на соловьев. «Но нет, что вы, только середина мая, какие соловьи!» — сказал нам Васильев. Усадьба, Малый хутор, одни развалины. Как не вспомнить здесь Слепнева, фундамент Гумилевского дома, да старинный, огромный дуб, свидетель прошлого. А здесь сосны и липы, посаженные еще хозяином. Надо бы как-нибудь пересадить возле родительского дома на память. От Малого хутора мы движемся в деревню Ивановское. Там, у паперти кладбищенской церкви, всего через 8 месяцев после супруги похоронен и сам Николай Александрович Квашнин. Сколько раз я был на этом кладбище, навещая своих родных, но даже подумать не мог, а какие люди здесь похоронены. Да и откуда мне было знать, ведь не то что памятника, но даже могилы не сохранилось. Но так было до недавнего времени. Минувшей осенью трудами и заботами все того же Васильева на деньги меценатов на месте предполагаемого захоронения Квашнина наконец появился поклонный крест, плита и вот такая вот чугунная кованая ограда, точно такая же, как на могиле Александра Сергеевича Пушкина. И я глубоко убежден, что недалек тот час, когда вот здесь, рядом с филармонией, на площади, где стоит памятник Пушкину и где теперь стоит памятник Ленишеву, появится обязательно и памятник Николаю Александровичу Квашнину. Я в это верю. Ну а тогда, в мае, наш день закончился вечером в нашей родной деревне. По небу плыли весенние облака и висел молодой месяц. И мы, наконец, его услыхали. Это, несомненно, был он. Да-да, это был соловей. Он пел сразу на несколько площадок. И акустика была потрясающей. Прям вот как в филармонии. И соседский мальчик Богдан, подойдя к нам и показав рукой на небо, сказал: «А вы смотрите, месяц спускается к нам». И действительно, словно бы пробираясь через эти облака, он как будто бы спускался на землю. Наверное, тоже хотел услышать этот несравненный букет звуков. Thank you.
Thank you.
Илья, тебе здоровья, творческих успехов. Спасибо.